Колесо обозрения планируется построить на площади Сенной в Нижнем Новгороде до конца 2021 года, сообщило информагентство «Время Н» со ссылкой на Министерство имущества Нижегородской области. Региональное министерство спорта отметило, что возведение колеса обозрения не повлияет на строительство комплекса трамплинов. Фундаменты под трамплины К-95 и К-125 будут законсервированы, и над ними установят аттракцион. Подрядчиком станет компания ООО «Нерпа». Это стало известно в конце 2020 года. Высота колеса обозрения, его вместительность пока неизвестна. Сейчас специалисты рассчитывают устойчивость склона, где будет вестись строительство. Если потребуется, будет разработан проект по дополнительному укреплению склона. Напомним, самое большое колесо обозрения Нижнего Новгорода было разобрано в ноябре 2019 года. Оно находилось на территории парка Швейцария.